Чё творим, бро? Меня зовут Царь Кионис. И бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, бати, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Суприм банда, каждый день мы заказываем сумасшедших людей из Даркнета. Мы уже заказали папу с Даркнета, брата с Даркнета и чуть ранее маму. Сегодня же мы закажем настоящего ребенка с Даркнета. Вы только представьте, что это может быть. К нам домой придет настоящий ребенок. Он может быть максимально неадекватным и может сделать все, что угодно у нас дома. Это очень рискованно, давайте уже это сделаем. А тем временем давайте под этим видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда с Даркнетом мы закажем настоящую няню. Мы оставим с ней ребенка, а сами по скрытым камерам будем смотреть, что она делает. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит суперсекретная информация про Даркнет. Так что, бандит, скорее смотри в описание, ставь лайк, а мы тем временем заказываем ребенка. Погнали! Банда, я надеюсь, вы готовы. Мы уже зашли в Даркнет и нашли этот сайт. Вы только посмотрите, как же он крипово выглядит. Этот сайт называется «Продажа детей». Только вдумайтесь, какое стрёмное название. Еще и картинка крипово выглядит. Мама с ребенком, реально жесть, банда. Описание этого сайта такое: испытайте настоящую детскую любовь. Эти дети были аккуратно использованы ранее и в хорошем состоянии. Это ужасно, они говорят про детей, как про вещи. О, черт, это реально жутко, банда. Нельзя же так разговаривать о настоящих людях. Мне кажется, что здесь просто черный бизнес. Возможно, они воруют детей, а потом продают в Даркнете. Или же кто-то из родителей решил избавиться от своего ребенка. Это полная крипота, банда. Но вдумайтесь, если это правда. Все продажи не подлежат возврату, являются окончательными. Оплата только биткоин. Я думаю, что вряд ли вы будете возвращать ребенка обратно в Даркнет. Ведь зачастую дети милые существа, о которых даже не можно ничего плохого подумать. И думаю, что здесь дети будут ужасными. Но все же давайте уже ознакомимся с теми детьми, которых нам предлагает Даркнет. Первый ребенок, который у нас здесь есть, это Супастик. И его цена бесплатная. И посмотри, все дети достаются бесплатно. То есть мы даже сегодня не потратим деньги, если кого-то закажем. Но ты только посмотри на фотографию Супастика. Он реально страшно выглядит. Да, согласна. Я бы не хотел увидеть его в реальной жизни. Тем более, мне кажется, что он даже может откусить руку. Не зря же у него такое страшное название. Второй ребенок одержимый. Просто посмотри на его фотографию. Это настоящий демон. Очень страшно смотреть на него. Я с тобой полностью согласен. От его взгляда прям мурашки по коже бегают. Это настоящий демон. У него прямо начала трескаться кожа. Ну и третий вариант под названием «Ты сам». То есть Даркнет создаст ребенка наподобие вас. Вы просто укажете свои черты характера, а Даркнет подберет вам этого ребенка и пришлет. И я думаю, что как раз этот вариант нам подходит. Я укажу свои черты характера, и Даркнет подберет по ним и пришлет мне ребенка такого же, как и я был в детстве. Будет интересно увидеть себя в детстве только с другой стороны. Поэтому я думаю, что стоит его заказать. Ты как думаешь? Да, это самый лучший вариант. Я с тобой согласен, потому что предыдущая вариант варианты прям ужасно выглядят. Они очень сильно нас пугают. Тем не менее, банда, я уже заказываю и оплачиваю, хотя он бесплатно. И ждем теперь этого ребенка, посмотрим, что нам придет. Что ж, банда, ребенок прибудет с минуты на минуту. Давайте я вам покажу комнату, которую мы для него подготовили. Надеюсь, что ему это понравится. Просто посмотрите, целая кровать для него. Надеюсь, банда, что этот ребенок будет милым и ему все это понравится.
А еще мы для него подготовили игрушки. Просто посмотрите, банда, здесь много игрушек. Халк, Шреддер, Капитан Америка и Локи. Надеюсь, что ему все это понравится, и он будет счастлив. Тем не менее, мне пришла какая-то смс. Давайте посмотрим. Это смс Даркнета, банда, просто посмотрите на это. Они написали, что мой ребенок прибыл к месту, но где он? Скорее всего, что нам нужно к нему спуститься и забрать его в квартиру. Давайте быстрее это сделаем. Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Давайте уже его встретим. Это просто жесть. Мы заказали реального ребенка с Даркнета. И ко всему этому, он еще должен быть похожим на меня. Практически такой же самый, как и я. И вот уже лифты. Давайте быстрее спустимся к нему. Посмотри! Ты ребенок с Даркнета? Если ты ребенок с Даркнета, то иди за нами. О, черт, панда, он как-то странно себя ведет. Я тоже надеюсь, что он будет хорошим. Это так странно. Почему его не доставили нам домой? Почему он был около лифта? На нашей квартире пару метров осталось. Почему он стоял здесь? И почему он вообще один? Где его родители? Кто его привез? Посмотри, какой он странный, панда. Что за жесть происходит? Вот наша квартира, входи. О, господи, мне не по себе. Я тоже в шоке. Он так странно ходит. Надеюсь, что с ним все нормально. Он какой-то странный. Ты видишь, Настя? А, я заметила. Почему у него вообще перебинтовано все лицо? Это просто какая-то жесть, банда. Что с ним вообще? Посмотри, какой он странный. Что с ним вообще происходит? Да, он странный ребенок, но он милый. И что у него с лицом? Откуда эти бинты? Посмотри, как он себя ведет. Что с ним? Почему он так двигается? Я не знаю. Нужно у него что-то спросить. И почему он вообще один? Где его родители? И что он делает в Даркнете? Нужно с ним поговорить, Настя. О, да, давай узнаем. Нужно узнать, как его зовут, Настя. Спроси, мне просто очень страшно. Привет, как тебя зовут? Банда, вроде бы обычное имя, но что он вообще делает в Даркнете? И как он вообще сюда добрался в такие малые года? Он же явно не сам сюда приехал. И на вид это обычный ребенок. Спроси него, кто сюда привез. Кто тебя сюда привез? Папа, банда, вы слышите? Это родной отец избавился от ребенка. А что если он всю семью так продал в Даркнете? Это же полная жесть. Тем более на сайте были еще дети. Что если это его братья? На вид это обычный ребенок и вроде бы даже спокойный. Но откуда у него эти бинты? Что с ним случилось? Спроси об этом. Откуда у тебя бинты? Подрался. Подрался, банда, так сильно в такие годы? С кем вообще можно было так подраться? Эмиль, с кем ты дрался? С братом, банда, вы слышите это? Там явно был пони на жизнь и на смерть. Потому что такие раны получить, чтобы забинтовать все лицо, это как нужно было драться. Я просто в шоке, Настя, что вообще происходит? Что мы вообще заказали с Даркнета, банда? Это полная жесть. Это наша самая ужасная покупка. Но как так сильно можно было подраться, Эмиль? Было много крови! О, черт, ты видишь, это просто жесть! Он радуется, что было много крови, только вдумайтесь, он сумасшедший! И что он делает? Посмотри! Я еще воспользовался этим! О, черт, это нож, панда, вы видите? Забери у него нож, пока он еще нас не порезал! Это просто жесть, панда, настоящий нож, вы видите это? Я в шоке! Как у ребенка вообще может быть нож? Просто посмотри! Это ужасно, панда, настоящий нож у ребенка! Не скучно! О, черт, вы слышите это? Ребенку с Даркнета скучно, полная жесть. Но чем он вообще любит забавляться? Спроси у него, какие игрушки он любит. Какие игрушки ты любишь играть? Пистолет. Пистолеты, вы слышите это? У него же при себе может быть ствол. Если был настоящий нож, то может быть и настоящий пистолет, Настя. Может, это не настоящий пистолет? Ты преувеличишь, может быть, это игрушечный пистолет? Не знаю, Настя, нужно проверить его курточку, забери. Снимай, тебе же жарко. О, черт, банда, я просто в шоке. Вроде бы ничего нету, никакого ствола нету. Тогда почему именно пистолеты, банда? Вы вдумайтесь в это. Эмиля, почему именно пистолеты? Я люблю стрелять людей. Ты слышишь это? Что это за жесть, банда? Я просто в шоке. А вдруг он застрелил своих родителей, а его родственники хотят продать Даркнете, потому что это сумасшедший ребенок. Что если эта теория правдива? Я думаю, нет. Давай я покажу ему квартиру, он же останется с нами. Ни в коем случае, он ужасный и страшный. Мы не должны его здесь заставлять, нужно быстрее от него избавиться. Я же сказал, мне скучно. О, черт, это просто жесть, он уже злой. Давай я покажу тебе квартиру. Смотри, здесь наша большая комната, мы смотрим телевизор. Ты можешь смотреть мультики. На,
Стиву нужно выгнать, пока не поздно. Что ты делаешь? Катя, наша с Сережей комната. Вот, смотри, сюда ты можешь обращаться. Нет, не вздумай, только не это. Настя, давай его просто выгоним и все. Здесь наш стол, мы кушаем здесь. А здесь я могу приготовить тебе поесть, если ты что-то захочешь. Остановись, его нужно выгнать, пока не поздно. Он останется с нами, Сереж. Это просто жесть, что происходит. Дальше твоя комната. Мы подготовили тебе целую комнату. Отдельно, вот здесь, заходи. Да, Эмиль, эта комната специально для тебя. Надеюсь, тебе нравится целая большая комната. А еще мы подготовили для тебя игрушки. Просто посмотри. Здесь Халк, Капитан Америка, Локи и Шреддер. Тебе нравится, Эмиль? Что ты делаешь, Эмиль? О, господи, он просто выбросил игрушки, ты видишь? Но зачем? Я не понимаю, он ненормальный, Панда. Посмотри, он еще улыбается, ему это нравится, Панда! Я хочу пить! О, черт, он хочет пить, что будем делать? Дадим воды, давай! О, черт, это ужасно, мы уже могли его просто выгнать и все! Перестань, он же ребенок! Я в таком шоке, Панда, это полная жесть, что вообще происходит? Зачем мы вообще заказали его с Даркнета? Посмотрите, что она делает! Настя, остановись, пока не поздно! Это просто какая-то жесть, Панда, мы уже давно должны были его выгнать! О, господи, я в шоке, Панда, что происходит? Посмотрите, он вылил воду на Настю, вы видели это? Это просто жесть, что за бред, Панда? Остановись, нет, вот черт, просто какой-то ужас, что теперь делать? Мне нужно переодеться. Я просто в шоке, Панда, этот ребенок полностью сумасшедший. Это просто жесть, Панда, он полностью сумасшедший. Его надо было сразу же вернуть в Даркнет, пока время не вышло. И что теперь с ним делать, я без понятия, он же может нас убить. Ночью! Просто посмотрите, куда он идет, что он делает! Что происходит, Панда, вы видите? Что? Куда ты идешь, Эмиль, остановись! Где мои подарки? Какие еще подарки? Ты ужасно себя вел в этом году! Ты облил Настю водой, стрелял в людей, ты просто ужасный ребенок, Эмиль! Эй, что ты делаешь? Остановись! О, господи, что это было, Панда, вы видели? Он реально трогал елку! Что у вас здесь происходит? Мы должны быстро вернуть его в Даркнет. Он напал на нашу елку, Настя! Перестань, Сереж! Эмиль, уже очень поздно, пошли спать, давай руку. О, черт, что ты делаешь? Перестань! Давай его просто выгоним, это же полная жесть, Панда! Почему она мне не верит, Настя? Что происходит? Остановись, ему нужно выгнать! Давай я сниму тебе шапку! Не трогай! О, черт, что это было? Он очень злой, вы видели это, Панда? Я расскажу ему сказку, может это его успокоит? О, черт, не знаю, попытайся, но я не думаю! Такая жесть, Жила Панда! Жила была девочка с мамой, ее мама напекла много пирогов и отправила девочку к бабушке, а бабушка жила очень далеко, и девочки... Мы видели, он просто укусил Настю! Быстрее уходим отсюда! Это такая жесть, Панда! Я в шоке! Он реально его укусил! Вы видели это? Я же говорил, что он ненормальный! Да, это было странно! О, черт, я просто в шоке! Тем не менее, давай посмотрим, что он делает в комнате, пока нас там нету! Господи, Панда, мне так страшно! Где мой папа? Где я? Почему я здесь? Где мой ножик? Где мой пистолет? Мне точно где-то его спрятали? Он роется в тумбочках, он хочет украсть наши вещи. Нам надо быстрее его остановить, давай, только не поздно. Эмиль, что ты делаешь? Зачем ты роешься в наших вещах? Что это было? Зачем он меня ударил? Нельзя так делать! Разве вы такие плохие родители, чтобы нас бить? Что это было, Панда? Эмиль, остановись! Что ты делаешь? Господи, он меня избил, Настя! Помоги мне, пожалуйста, вызови скорую! Нет, перестань! Не надо так делать! Нельзя, Эмиль! Ты что, не знаешь, что нельзя так делать? Ты чего-то хочешь? Он хочет спать? Давай быстрее его положим и просто уйдем! Это такая жесть, Панда! Он реально сумасшедший! Спокойной ночи, Эмиль, не выходи из комнаты! Это такой ужас! Нам нужно быстрее вернуть Даркнет! Он заснет и может завтра все изменится! Не знаю, он меня побил, он очень сильный ребенок! Он реально меня завалил, вы видели это? Но все же, давайте ляжем спать и посмотрим, что будет завтра утром! Сережа, быстрее, проснись! Сережа, ребенок с Даркнета сбежал!
Что случилось? Ребенок с Даркнета сбежал! В смысле? Куда? Как? Я не знаю! Он же собирался спать! Почему он сбежал? Я тоже не понимаю! Я встала в туалет ночью, заглянула в его комнату, а его там нет! В смысле, банда? Что за бред? О, черт! Куда он делся? Посмотрите на это! Да! Он просто все здесь разбросал! Давайте по скрытым камерам посмотрим, что он делал! Давай! Просто посмотрите! Он пока что сидит и ничего не делает! Почему он не лег спать? Не знаю! Где мой нож? Что он говорит? Где мой нож? Он собирается найти свой нож или что, банда? Что это? Зачем он ему? Он реально что-то ищет, посмотрите! Что происходит? Я просто в шоке! Посмотрите, что он творит! Он злится, что нет ножа! Я просто в шоке! Похоже, что это тот нож, который мы у него забрали! Это полная жесть, банда! Ну куда он теперь идет? Куда он уходит? Посмотрите на это! Он просто разгуливает по нашей квартире! Я в шоке! Что за бред происходит, банда? Зачем он пошел на кухню? Что он собирается здесь найти? Господи, хоть бы там ножа не нашел! О, черт, он же может взять кухонный нож и просто нас убить! Хотя мы все еще живы! Что он тогда делал? Это просто жесть, банда, я все еще не могу в это поверить, что он тогда ищет. Тем более, что ножи он уже пропустил. Это такой ужас, посмотрите. Он что-то взял? Мусорный пакет? Зачем ему он? Я не понимаю, зачем ему мусорный пакет, банда, что он собирается с ним делать? И гляньте, он идет в нашу спальню, только не это. Мы же сегодня там спали, посмотрите. Вот мы лежим с Настей, спим, он зашел в эту комнату. Это полная жесть, банда, что он делает? Он украл часы! Он вор, банда! Я просто в шоке! Посмотрите! Он ворует мышки с компьютера! Это самая настоящая жесть, банда! Я просто в шоке! Настоящий вор! Из-за того, что мы у него забрали нож, он решил украсть наши вещи! И глянь, он дальше что-то ищет! Это такая жесть, банда! Я просто в шоке! Что он еще украл, чего мы не знаем? Это просто ужас, банда! Глянь, он взял GoPro! Он просто украл мою камеру GoPro, вы видите это? Это просто жесть, и он взял деньги! Посмотри, он забрал прямо все деньги, ты видишь это? Я вижу! Я в шоке, банда, просто посмотрите, что он творит! Он украл все наши сбережения, больше у нас нету денег! Как нам теперь дальше заказывать людей из Даркнета? Я просто в шоке, банда, и дальше он уходит. Он только что нас ограбил маленький ребенок. И теперь он убегает с квартиры, вы видите это? Я просто в шоке, посмотрите. Господи. Это настоящая жесть. И он уходит с нашего дома. Он реально нас ограбил. Я просто не могу в это поверить, банда. Он ограбил нас и ушел к лифту. Дальше он уехал. И теперь мы даже не знаем, где его найти. А что если родители поцелуют специально своих детей, чтобы они крали у нас вещи? Это просто жесть, банда. Я в шоке. Этот ребенок с Даркнета реально был сумасшедшим, да еще и грабителем. Никогда не смог бы в это поверить, нас реально ограбил маленький ребенок. Тем не менее, банда, вот комменты из-под прошлого видео. Просто вглядь, какие они шикарные, идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже новое видео. Лайк, колокол, комменты, ты на видео бандит. Также не забывай, 20 тысяч лайков, мы заказываем няню с Даркнета. И помни одно, оставайся, ты говоришь, шикарные. Пока!